Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рассматриваем 31-й вопрос пробного варианта ЗНО по биологии за 2014 год. Речовина, яку містить первинна сеча здорової людини, на відміну від вторинної – це. Речь идет об образовании мочи, которое происходит в почках, а конкретнее в структурных единицах почки – нефронах. В нефронах происходит два механизма, два процесса образования мочи. Это фильтрация, которая происходит в клубочках нефронов, и реабсорбция, она происходит в извитых канальцах нефронов. В результате фильтрации происходит образование первичной мочи. Первичная моча по составу очень похожа на плазму крови. Она содержит аминокислоты, воду, соли, аммиак, мочевину, глюкозу и витамины. Как вы видите, аминокислоты, глюкоза и витамины – это полезные вещества, они нужны нашему организму. Поэтому в результате второго процесса реабсорбции в извитых канальцах они всасываются обратно в кровеносное русло. И таким образом выводятся только ненужные вещества, такие как аммиак и мочевина. Таким образом, правильным ответом является А – глюкоза, потому как во вторичной моче, которая уже выводится нашим организмом, ее быть не должно. Это был 31-й вопрос пробного варианта ЗНО по биологии за 2014 год. Если вам понравился разбор этого вопроса, ставьте лайк. Если вы хотите разобрать остальные вопросы, смотрите мои видео. Спасибо за внимание!